самом центре Розы Хутор высится изящная ратуша с часами. Многим она напоминает знаменитый сочинский вокзал. Эта символичная перекличка связывает воедино морской и горный кластеры Сочи. И буквально за несколько дней предложенный сочинцами символ вошел во второй тур отбора, преодолев порог в 5000 голосов. Выбор изображений для новых российских банкнот в 200 и 2000 рублей состоится 7 октября. До этого предложенным символом предстоит пройти еще два тура, включая сбор общественного мнения и финальное онлайн-голосование. В обращении новые купюры поступят в 2017 году. Я напомню, что Роза Хутор признан лучшим горнолыжным курортом России. В постолимпийский период здесь побывало более 2 миллионов гостей, отмечают в пресс-службе городской мэрии.